Семинары провожу один раз в году в городе Челябинске на озере Тургаяк. У нас там происходят постоянные слеты ведические. И раз в 3 года в городе Москва. Вот, информация все время обновляется. А есть здесь, кто раньше был на моих лекциях? Кто-нибудь? А самый... Вот, один человек был. Вот, поэтому, значит, я практически буду все повторять сначала, чтобы объяснить, откуда взялся русский язык. Объясню вам сокровенный смысл русского языка и попробуем с вами вместе разобраться, как использовать те знания, которыми мы владеем. Но на Руси все встречи начинались с вечерок. И мне хотелось бы, чтобы мой доклад начался с музыки. Я прошу Александра исполнить песню. Алексея. У них хвостая, по Руси с напевами, скоморохи шастали, то на гуслях бренькают, то с медведем борются, и медовухи с пенкой, и на стрельцов напорятся, а народу весело глянуть на проказников, и гусляр да песенник, там не надо праздника, про дела былинные, да про Русь могучую, за столами длинные, пели песни звучные, и трезвели думами. Мужики похмельные и скрипели скулами, мастера артельные и взлетали соколом, города со строгами и врага жестокого, и раньше сроком им. Только годы катятся, словно с неба грабины, ложью да предательством, да убийством раненым, ключами разорваны, вдоль дорог развешаны, скоморохи добрые, пилы потешные. Но слово русское, вещие да отчие, колдуны заморские, кабалой изрочили, и слезой горючей устыли в мерзком варе, кабаки вонючие, да тюрьмы государевы. Но зря вражина лютая, скалит зубы тонкие, сквозь похмелье мутное, льются гусли звонкие, сыновьям от пращуров нить живая тянется. И по-настоящему друг на друга взглянется, чтоб трезвели думами мужики похмельные, чтоб скрипели скулами мастера артельные, и взлетали соколом города со строгами, а врагу жестокому обломаем родину. Вот мы не случайно начали нашу с вами беседу с песни про скоморохов. Потому что скоморохи – это были как раз те, кто ходил и передавал знания из уст в уста. На Руси не было особых школ, а знания передавались. А по деревням ходили скоморохи, ведуны, калики перехоженные, волхвы. Люди, которые владели сокровенными знаниями. И вот эти сокровенные знания, они передавали друг другу из уст в уста. Что сейчас и происходит. То есть здесь весь народ, который собрался, это абсолютно не случайный, потому что та информация, которую я даю, она, ну, практически мало где опубликована, а кое-что вообще никогда не публиковалось. И это передача древних знаний. Настало время, когда мы должны осознать, кто мы на этой планете. Как только человек это осознает, он начнет мыслить по-другому. А чтобы осознать, для этих целей у нас есть помощник. Это большой, великий и могучий русский язык. А в старые времена, во времена Гоголя, жил уникальный ученый. Платон Акимович Лукашевич. Запишите эту фамилию или запомните. Вот. О нем мало что известно, про него никогда не говорили. До революции не говорили, сейчас замалчивают. Почему? Ну, Платон Лукашевич, он был человек очень разноплановых знаний. Он был математик, астроном, филолог. Он первый, кто математически высчитал орбиту Плутона. Указал ученым, где его искать. И через 3 месяца астрономы нашли Плутон. Кроме этого, он просчитал тогда и сказал, что между Меркурием и Солнцем должна вращаться планета, и дал ей условное название «Вулкан». И только в конце 20 века, когда оптика была очень сильная, астрономы нашли действительно между Меркурием и Солнцем тело, которое можно назвать планетой, и дали ему условное название «Вулкан». Он даже угадал название, представляете? За 300 лет.
Но самая главная его заслуга в том, что он понял секреты и законы русского языка. Он сам изучил 60 языков народов мира. В совершенстве владел 18 языками. И начал искать корень, откуда пошли все языки народов мира. И пришел к интересному выводу, что все языки пошли с единого истотного языка. И показал, каким образом потом язык менялся, и появлялись новые языки. И еще он доказал, что истотный язык, единственный язык, где сохранились основы истотного языка, это русский церковно-славянский язык. Остальные языки уже были перевернуты, перемешаны по особой схеме. Эту схему я вам расскажу. И еще хотелось мне рассказать об одном человеке. Это наш современник Геннадий Станиславович Гриневич. Он буквально в 93-м году сделал уникальнейшее открытие. Я считаю это открытие самым большим открытием 20 века. Он доказал, что древнее письмо было слоговым. Гласное и согласное. Мужское и женское начало. Вот, гласное – это мужчина, согласное – это женщина. И все рунические письма, которые раньше не могли прочитать, когда начали читать слогами, они начали очень просто читаться. И вот два открытия вместе – это открытие Гриневича и открытие Лукашевича. Гриневича открытие – это слоговое письмо, а открытие Лукашевича – он просчитал, что волхвы раньше свои знания что-то пели в песнях, что-то в былинах исполняли, а самые закрытые знания писались слева направо, а читались справа налево. Эту информацию многие слышали и пытались разные тексты читать слева направо, и ничего не получалось. Получалось абракадабра. А когда появилось открытие Гриневича слогами, то есть читать надо было не просто буквами, а слогами в обратном порядке, тогда все становилось на свои места. И Платон Лукашевич сказал, что если слово сохранило истотную суть, истоть, то в обратном порядке оно объясняет само себя. Сейчас я объясню, как это делается на доске, и увидеть, как это все просто. Просто мы долго к этому шли. Разберем самое простое слово. Что же это такое? Но. Вот пишем «с», а раньше было гласное и согласное. Здесь что согласное сделали? Срезали. Наш язык урезали, кстати, около 5 раз, если не больше. Значит, вместо согласной мы ставим букву «ять», ну или твердый знак, чтобы у нас была согласная. И записываем так, как слово должно звучать в реальности. Теперь разбиваем его на слоги. Всем же понятно, что я делаю. Я никаких чудес не совершаю. Я провожу обычные арифметические, можно сказать, действия. И записываем слогами в обратном порядке. Что у нас получилось? Волос, Велес, это древнеславянский бог. Его называли Скотий бог еще. И потом объясню почему. Вот. Значит, слово. Помните, как в Библии сказано? Вначале было слово, и слово было Богом. Так там было написано? Я же не придумал. Теперь мы понимаем, что Велес это бог. А если мы разобьем Велеса еще, получается вещий лес. А вещий лес наши предки так называли информационное поле Земли. То, что называют современная наука. Вот. Называли его еще и чистым полем, но это маленько другой момент, мы дальше к этому придем. И вот таким образом я рассказал самую сокровенную тайну русского языка. На этом можно лекцию заканчивать на самом деле, если кто-то что-то понял. Но мы пойдем с вами еще дальше. Просто мы должны понять, насколько извратили понятие, насколько извратили язык, насколько извратили понимание слов. Вот я всегда привожу пример, простые слова, обращение «ты» и «вы». Говорят «ты» – это свет, а «вы» – это тьма. Вспомните, иду на «вы», иду на врага. Да. Или к царю и к Богу. Попробуйте мысленно про себя обратиться на «вы». Получится? Попробуйте. Только на «ты». Потому что мы обращаемся к свету. Каждый человек – это свет. Вот сейчас мы с вами дальше будем разбирать язык и азбуку, и мы поймем, кто такой человек. Но вначале считать научимся. Так вот,
Представьте себе, вот человек, вот его энергополе, вот второй человек. Вот его энергополе. А со времен Петра Первого, а когда при Петре Первом армию у нас создавали наподобие иностранного образца, и обращение к офицерам было во множественном числе. Вы. Ну и наши-то крестьяне и солдаты понимали, что вы это тьма, а офицеры были иностранцы, они как бы это поддерживали. Ну вы, ну темные. Вот. Но что происходит на самом деле? И с тех пор, после Петра Первого, выканье перешло в быт. Потому что дворяне были офицерами. Что происходит? Вот один говорит другому «вы». Он его поле пробивает. И, естественно, нарушает. А есть закон обратных связей или взаимообмена энергиями. Если он пробил его поле, поле защищается. И что делает? А? Опять кусает. А если мы говорим «ты», отправляем свет, что происходит? Поле наращивается. И вот представьте, сколько веков мы друг друга грызли. И продолжаем грызть. Это просто один пример, как нам пудрят мозги. Наша задача с вами разобраться, как нас обманывали. Другие слова. Все пока я не буду разбирать. Самое сладкое оставим. Вкусненькое на третье. Но так как время у нас на самом деле довольно ограничено, возьмем слово «черт». Ругательское вроде бы, да? Опять добавляем согласную. Читаем обратно. Слогами разбиваем. Ух ты, аж мел полетел. Не хотят открываться сокровенные тайны. Сейчас вот чуть-чуть, и вы сами уже научитесь читать. Когда мы с вами начнем познавать азбуку, вы все поймете. Черт. Помните, раньше была письменность, называлась «черты и резы». Кто слышал про такую письменность? Руку поднимите. Да, ну не только Гриневич, это старая письменность. Вот, чертили и резали. То есть черт – это чертежник. Чертежник, чертящий ту речь. Ну вот в обратном порядке. То речь. Понятно, кто такой черт? Ну, это знающий человек, писарь. Тот, кто мог записывать. Вот волк, конечно, выше. И скоморох выше по уровню, по своему. А черт – это тот, кто записывал. За скоморохами, за волхвами, за жрецами. Ну да, писарь, обычный писарь. Почему на Руси была такая поговорка? Не так страшен черт. Ну, понятно? Так, ну и сходу еще одно матершинное слово разберем. Чтобы понять, чтобы в сознание уложилось, как нас обманывают, а потом пойдем разбираться дальше, чтобы было меньше вопросов. Возьмем ругательское слово. Всем понятно, что я написал? Божественная Лада. Лада – это богиня любви. Божественная Лада. Просто есть легенда, что когда-то по пьянке муж продал свою жену Ладу за бутылку вина проезжему купцу. И с тех пор как бы это пошло. Божественная Лада, дающая любовь. Все. Просто пришли черные люди и изменили наш язык. Я понятно пока объясняю? То есть нет ни у кого никаких вопросов? А? И продают за деньги. А дальше это вот когда мы научимся с вами читать и считать. Вот сейчас мы с вами проходим азбуку и арифметику славянскую. Ни больше, ни меньше. Когда мы научимся и начнем разбирать слова, тогда, может быть, мы поймем, как это произошло.
и что для этого делать. А может, и не поймем. Кто-то поймет, кто-то нет. Так устроен язык. Ну, понятно вам с языком. Все поняли? Простую вещь. Это называется слоговое письмо. Слово объясняет само себя. Если слово само себя не объясняет, значит, оно пришло с другого языка, уже испорченное, называется чаромутное слово. Ну, испорченное. Вот. Есть слова. Вот кофе возьмем, обратно прочитаем. Феко. Ну, ничего не объясняет. И таких слов много. Но сейчас мы с вами возьмемся за счет. Все же умеют читать. Какая первая цифра у нас? Вот и пишем. О, кто-то уже, вот какие грамотные, уже сразу прочитали. Ну вот видите, Адам, Одинец. А, да, на арамейском это звучит Адам. Вот видите, сколько грамотных людей. И это есть. Но мы пока начнем с одного. Еще у Платона Лукашевича был очень интересный, он одну вещь нашел интересную, что русские слова, когда их читаешь в обратном порядке, они объясняют сами себя и в двух или в трех смыслах. А если это текст, то последний слог часто является началом первого. Ну, пока мы к этому не пойдем, то есть вот мы разобрались. Один, мы поняли, что такое, это Бог. Да? Вторая цифра какая у нас? Тоже правильно читают. Обратно ведающая. Ну, я не буду писать, понятно же всем. Дева ведающая. То есть понятно. Следующая цифра какая? Либо Терра Земля, либо Тора. Тора это Солнце. Это потом с нашего языка другие народы взяли название Солнца и назвали свою Библию, можно так сказать. И что получается? Один Бог, один гарный парень встречает одну гарную девчину. И что у них получается? Солнышко. Свет. А? Но Тора это Солнце. Обратно ритм, если будем читать. Тора. Да. Тора. Это в русском счете изложена вся космогония. Вы сейчас увидите, как создавалась Вселенная, как она существовала и как происходит рождение ребенка в этом мире. Это просто надо понять. Теперь попробуйте найти знакомое. Речь. И речь тоже. Но еще и тыр. Тор, основа. Богатырь. Че-тырь. Тырь это база, как бы основа. То, на чем все держится. То есть получается солнце, солнце рождает землю. Че это еще и любовь. Еще и любовь. Ну, пока в такие дебри не стоит залазить. Следующая цифра. Пять. Вот с этой цифрой возникают вопросы. Как она читается и что это такое? Вот одна прозорливая матушка Матрона, она говорила, держитесь за мою пяточку и спасетесь. Я все время думал для себя, как это так, за бабушкину пяточку держаться и спасешься. И начал разбираться. Оказывается, пятачком на Руси называли энергически сильное место или святое место. Там обычно конь валяется, место, которое выбирает. То есть святое место на Руси называли пять. Пяточка называется еще и вот это место. Пять земли. Пять это еще и пять пальцев. И еще и здесь пять. Вот. То есть пять в понимании древних наших предков это была душа. И теперь смотрите, простой вариант.
Один гарный парень встречает гарную девчину. Они зажигают солнце. Солнце начинает набирать материю. И на пятый месяц беременности в женщине появляется душа. В ребенка входит душа. Но это если мы рассматриваем рождение ребенка. А если мы рассматриваем Вселенную, один Бог создает деву, ведающую мысль. Здесь создается солнце, солнце создает материю, материя создает душу. Дальше двигаемся. Понятно я пока все объясняю? Нет вопросов? Шесть. Шесть тоже легко читается. Шесть. Палка. Ось. На которую все одевается, на которой все строится. Обратно то саше. Сошедшее по оси. Ну, слогами. Вы сейчас уже умеете слогами читать. Я вам каждый слог не разбираю. Но легко прочитать то сошедшее. То есть сошедшее по оси. На шестой месяц душа по оси входит в человека. Так, это можно стирать, всем все понятно. Надо место, чтобы созреть, куда войти. А зная известие о соединение, но может быть раньше. Но как мы тоже к этому придем? Мы сейчас придем к пониманию вообще всего. Вот для некоторых я повторяю, вот кто вот эту лекцию слушал, то, что я сейчас говорю, они знают. А дальше я буду говорить вообще новое. Так, на чем мы остановились с вами? Шесть. Следующее у нас. Семь. Обратно. Семь я остановлюсь, обратно напишу, как пишется, чтобы было понятно. Семь – это семя. Всем понятно? Обратно – мысль, месть. И еще как мышь считается. Вот в древних сказках славянских, помните, мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. А до этого не могли разбить. Искра мысли, да? Да, потому что образ мышки у славян – это мысль. Надо подумать. А дальше про репку сказку помните? Пока мышка не появилась, не вытащили. Вот, мы-то воспринимаем все, мышка, значит мышка. Если богатыри вышли биться в чисто поле, значит мы подозреваем, что это вот где-то на поляне, на чистой. А чисто поле — это информационное поле Земли, намного серьезней. Понятно, то есть седьмой месяц появляется мысль. Или по цифре 7, 7 на планете, на Земле появляется мысль, то есть человек, разум. Дальше идет 8. Но здесь объяснять не будем. 8 – это много мыслей. Это много людей, это коллективный разум. Это вот раньше была цивилизация драконов. И другие были цивилизации. Кстати, цивилизация грибов тоже имеет коллективный разум. А если одному больно, больно всем. Если один испытывает восторг, восторг испытывают все. Вот у драконов была такая взаимосвязь. То есть, если один знает что-то, то знают все. И 8 – это тот период, когда человечество приходит к коллективному разуму. То есть, оно может выходить на вещий лес, считывать информацию, передавать ее, когда не нужно техники, не нужно там телефонов, автомобилей. А? Она не нужна. Вот. Ну а для ребенка 8 месяц — это тот месяц, когда он соединяется со всем миром, когда он уже становится Богом. Он знает все обо всем. Он уже подсказывает родителям, что делать и как делать. И вот в этот период очень опасно кричать на него, ругаться с кем-то, устраивать скандалы. Просто это, ну, может, очень пострадать может ребенок. Здесь надо очень-очень мягко относиться. Понятно? Теперь последняя цифра.
и в обратном порядке запишу. Давать или дева то видящее, то есть Богородица. То есть в мир Богородица рожает Бога. А следующая цифра какая идет? Ноль. По поводу нуля. Нет, два единичных системы. А? Два еще нет, единичных системы. Да. Да, кто сказал, наверное, опять один? Абсолютно правильно. То есть дальше шла опять единица. То есть Один, рождение нового Бога. Да, девятка это было завершение счетной системы. Почему? Мы сейчас проведем эксперимент, и вы поймете. Вот, Платон Акимович Лукашевич доказал, что нуля в природе не существует. Его придумали ученые из Лени, чтобы математически было легче посчитать некоторые вещи. Деньги посчитать, там еще что-то. Вот представьте себе, если к чему-то добавить нуль, ну, допустим, к трем прибавить нуль, сколько? Три останется. То есть в природе, просто в природе, нуля не существует. Это то, что придумано человеческим сознанием. Так же, как ты и вы. Там берите скамеечку еще, или вы сюда поближе садитесь, вот тут места есть. Нет, сейчас я все объясню за нуль. Сейчас я все объясню за ноль. Нуля в природе не существует. Но если нулю придать вращение по оси, это форма яйца. Яйцо это как бы начало всего. Но это опять извращенное яйцо. То есть ноль добавили нам. Яйцо. Да. Ну вот по этому моменту, вот как вы думаете, какой был самый первый флаг на планете? Какого цвета? Белый. Белый и желтый. Яйцо. Белый и солнце на фоне. А потом появилась на яйце червоточина. Это что значит с яйцом стало? А? Ну, он треснул, зародился новый мир. Яйцо гнилым стало. То есть на самом деле основные цвета это белый и желтый. То есть мы к нулю пошли, но пока поймем, что нуля в природе нету. Система счета была девятеричная. В году было 9 месяцев. Раньше планета вообще вращалась 360 дней, а не 365. 5 дней это была вынужденная мера. Но на этом я пока не буду останавливаться. Именно для этого был и построен Аркаим, чтобы поднять маленько орбиту Земли. Не только Аркаим, а еще другие средства. И потом они были разрушены, чтобы никто не воспользовался этими знаниями и не смог больше двигать планету. Но это была необходимость в тот период времени. Пока мы не останавливаемся на этом. То есть мы говорим о нуле. Теперь надо понять, как нас через этот нуль загоняют. А если мы берем вот один нуль, и рядом второй нуль, что у нас получается? Без конечности. То есть наше сознание, поймите, загнали вместо нашей прекрасной девятеричной системы, которая объясняет всю систему мироздания, всю цивилизацию, рождение человека от рождения до смерти, нас вогнали вот в такую вещь. Между жизнью и смертью. Но и в этом мы тоже сейчас с вами разберемся. Представьте, без, если прочитать обратно себе. Ну да, раньше была приставка без. Без, представили раньше. Себе конечность. Понятно? Вот кто догоняет, тот догоняет. Вот смотрите, сознание в материальном мире, сознание, ну, после смерти, как у нас говорят, но со смертью мы тоже сейчас разберемся. Вы вообще поймете, что это такое. И сознание в мире смерти. А вот здесь, вот на этой точке, сидит некий разум, который не умеет считать до 9, а только до 0. И контролирует, что происходит здесь и что происходит здесь. И дает информацию сюда одну, сюда другую. Удобно в этой точке сидеть? Да. Вот так. Чтобы образец показать, что-нибудь мне такое, типа веревочки надо. А вон шарфик там висит.
А можно полотенце? Пойдет. Вот смотрите. Это образно, чтобы вам было понятно, что на самом деле происходит. Но пока мы еще у самого начала пути. Но, по крайней мере, читать все научились? Точно? Поднимите руку, кто не научился. Да, дальше не надо. Вот, что нам сделали? Вот, так называемая лента Мёбиуса. Ну, вот это знак бесконечности. А на самом деле нам надо взять и его развернуть, и придать ему вращение. Что получится? Вот так колесо, вот так шар. Сфера. Сфера — это планета, это солнце, это реально, это яйцо. Если опять говорить про то же самое. То есть вот если этот момент мы поняли, можно двигаться дальше. Всем понятно, что нуля не существует. Да, конечно. Но пальцы уже 10 на руке. А вот сейчас мы с вами проведем маленький эксперимент. Пальцев не 10, пальцев 5 на руках. Вопрос очень хороший. Вот моя бабушка, да, мне в детстве показывала вот такое упражнение, вы можете его все повторить. Берете руки вот так вместе и выворачиваете. Нет. Вот еще раз повторяю. Все повторяем. Берем руки, соединяем. Просто вот соединяем. И переворачиваем. И вот так вот, ну, выдвинь кто-нибудь. Теперь вот выдвини. Пошевели этим пальцем. Первый, вторым пальцем, третьим, четвертым. Но долго повторять, но пошевелите вы только 9 пальцами. Вы дома можете попробовать. Сознание 10-й палец не воспринимает. Я свою бабушку спрашиваю, а почему? Она мне говорит, Толик, вот говорит, смотри, 5 пальцев. А чтобы воды зачерпнуть, тебе надо руки соединить. А вот мезень, это мизинец. Это граница. И он становится как один. Мезень – это граница. Да. Мезинец – это точка перехода. И чтобы зачерпнуть воду, надо пальчики соединить. Получается 9. А дальше это храм в душе. Точка перехода. Но это отдельная тема. Что? То же самое. Только там тяжело так выкрутить. Сознание просто воспринимает 9. Вот вы дома попробуйте просто. Сейчас, если начнем все пробовать, мы потеряем 10 минут. У нас этого времени нету. Вот. То есть понятно, почему 9? И почему пальцев 10? То есть вот соединение, чтобы перейти. Левая, правая половина, мужское, женское начало соединяется. И получается все на 9. Так, сколько у нас сейчас время? По времени я занял, чтобы не уложиться, самое главное. Нормально. С языком разобрались, да? Теперь давайте разберемся, что же такое смерть. Интересная тема? С жизнью самое главное разобраться. Нет, прежде чем двигаться к смерти, давайте попробуем вначале действительно с жизнью разобраться. Потом мы перейдем к смерти. Давайте разберемся, кто же такой человек. Опять же, в русском языке все написано. Человецы. Я вам сейчас открою самую главную тайну Тибета. За ней Гитлер там отправлял неимоверные войска. Множество людей туда ходило, кучу народу перебили. Я вам ее открою бесплатно. Тибет. Самое главное Тибета, запишите, можете запомнить. На Тибето и в Тибето. Все в тебе. Да, все внутри и все снаружи. И вот, если взять слоговое письмо, про которое я вам рассказал, да, и прочитать слово о полку Игореве слогами в обратном порядке, то получится уникальнейший документ, который называется «Глагол о высшей власти рода бессмертного, гордого царства неспаляемого». В нем написано,
как пользоваться сапогами-скороходами, как их сделать, как найти шапку-невидимку, как стать бессмертным, все полностью. Как найти латы защитные, яблоко молодильное, там все есть. А таких былин много. Александр Сергеевич Пушкин, Руслан и Людмила, вспомните? У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Пойдет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Право читаешь песнь, влево сказку. Что самое интересное, Александр Сергеевич Пушкин, эпилог к Руслану и Людмиле опубликовал только через 10 лет. То есть первоначально у него выходил он без эпилога, через 10 лет он опубликовал эпилог. Почему? Потому что, в то время были еще люди, которые знали тайну вот этого языка и могли понять, что он написал. Вот если начать читать с эпилога, то Руслан и Людмила в обратном порядке, первая строка звучит: «Я не песню спеть хочу, кою Бог меня велел, то сила рокотает». Но вот я уже сколько, с 2000 года рассказываю все это, ко мне еще не подошел ни один человек и не сказал, что он прочитал, что же там у Пушкина написано. То, что написано в «Слове о полку», я опубликовал в «Глаголах русских мудрецов». Она есть в интернете, книга, ее можно снять. А вот Пушкина я нигде не опубликовал, но я и не нашел ни одного человека, кто прочитал и сказал. Это значит, никому не нужно. Кого не нашел? А что его не найти? Пошел в библиотеку, да взял. Последнее издание Пушкина, оно там есть. А дальше есть былина Русла, это самое, Вольга и Микула про Сахона, тоже начинается с тех же кодовых фраз. Это самое, щукой рыбой по воде, серым волком по земле. То есть туда и обратно. Слово о полку начинается как? А ты бы мог сии полки ущекотать. А дальше объясняется как? Растекаясь мыслью по древу, дерево растет снизу вверх, свивая славы обе половины сего времени, серым волком по земле, шизым орлом под небесы взлетая. Тоже кодовая фраза, которая объясняет прочтение. Все это написано, все это понятно. Но люди настолько ленивые, вы даже не представляете. На самом деле. Кого? Да все они понимают. Я говорю про Пушкина. Зачем сейчас? Сейчас это долго писать. Это не нужно. Это все можно найти в интернете. В интернете можно поднять это самое. К сожалению, книжки у меня ни одной не осталось. Они все разошлись. Их тираж был очень небольшой. Но в интернете можно найти. Там подтертые строки есть. Вот видишь, что куда она... Да. Вот то, что вот у вас... Замазанный. Начинается слово, потом замазано несколько строк. Полслова еще торчит из этой замазки. И так много мест. Там кто-то постарался. Может быть. Но вот тот, то, что у вас на диске был список, это какой-то черновик попался. Я даже не знаю, как он к вам попал туда. Вот. А можно взять книгу, то есть ее, в принципе, можно найти. Она есть в библиотеке в Румянцевской, там ее можно поднять. Можно все-таки найти это самое. И в интернете есть другие варианты. Есть последние варианты. Но мы двигаемся дальше. Сейчас я провожу самое высокое посвящение. Что такое посвящение? Это когда человек либо сам дошел, либо ему рассказали. Простая вещь. Вот сейчас я вам расскажу. Значит, я вас посвящаю в одну из самых высоких тайн, быть может, человечества. Подскажите мне, какими буквами заканчивается наш алфавит? А знаете, как старыми буквами читается? «Аз Бога ведаю, глаголь добро творить, я Бога ведаю». То есть, что такое наш алфавит? Это загадка познать Бога. Кто такой Бог? Ну, как кроссворд, ребус, знаете, вот такие вот бывают. И вот если Один – это единица, да? А вот этот шарик как бы душа? Вот мы решаем этот кроссворд очень просто. Вот эту палочку берем и переносим сюда. И на вопрос, кто такой Бог? Прочитайте. Вслух прочитайте все. Люди бы боги, но вы забыли об этом. Правильно. Кто передо мной сидит? Боги. Боги, да, с Бога. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Если отец свинья, то кто ребенок? А за рабов мы тоже поговорим отдельно. Не надо. Давайте сейчас тогда на рабах остановимся. Здесь понятно, кто есть человек?
Но человек просто, ну, алкоголем, водкой, нервами, психологией, выканьем, вот тем, что атмосферу давит, он превратился в то, что есть. То есть он потерял две своих половинки, он не может воссоединиться. К этому мы тоже придем. Давайте объясним, по рабам разберемся. Время у нас еще есть. Я хотел эту тему пропустить. Самое главное, понятно, кто на самом деле человек. И подтверждений очень много. Если вы до конца грамотно прочитаете еще некоторые тексты, да, из «Блин», то последняя фраза там звучит: «Знать ты и есть Бог, прихожанин». То есть, если ты дошел, догнал, понял. Но мало знать, что ты Бог. Вот если Бог лежит пьяный под забором, как будет жить его народ? А если Бог живет в нищете, как будет жить его народ? А сколько здесь богов сидит нищих? Вот и подумайте. И почему мы все поймем? И существует. Теперь давайте разберемся насчет рабов. Потому что тема действительно важная. А вот... На самом деле... Сверхбогатые и бедные – это одно и то же. Одно и то же. Принцип разумной достаточности. Вот он богат, на самом деле. Почему бесплатно? Я заплачу ему. Обязательно точно заплачу. Я у вас, все при Анастасии видели, где вы по тысячу берете, а здесь... Я сейчас все объясню. Да и дальше не надо вот уходить в эту тему. Вот смотрите, вот вы сейчас отобрали, да, вот лично вы, 5 минут... времени, притом очень дорого. Вот ту информацию, которую я даю, притом это не вы это брали. Вы будете искать, кто это искажает? Нет, нет. Это дальше оттуда воздействует на человека. Я объясню вам как. Мы сейчас дойдем и до этого. Просто давайте договоримся, у кого вопросы возникнут в конце. Или давайте сразу все вопросы, каждый задайте по вопросу. И разойдемся. Нет, и я на все отвечу. Говори. И вопроса нет сформулированного. Вот что такое богатство? Здесь многие не знают. Все, один вопрос, еще вопрос. Энергополе есть славянское замещение этого понятия? Сила поля. Понятен вопрос. Есть ли замещение энергополя? Энергия. Так, еще вопрос. Вы хотели про рабов рассказать. Про рабов я расскажу. Все, поступило 2 вопроса. Как выйти в меру? Как вы... Понятно. Еще хороший вопрос. Как выйти в меру? Надо еще понять, что такое мера. Хороший вопрос. 3 вопроса. Вот по ходу, давайте договоримся на земле. По ходу рассказа вы получите ответы на большинство вопросов. Если получили, значит про него забыли. Если возник новый, его зададите. Но в конце. Хорошо? Чтобы я не рассказывал. Потому что у меня информации на самом деле очень много. Очень много. Но про рабов информация очень важная. Мы на планете Земля... Вот по современным подсчетам где-то 40-я цивилизация. Но это из того, что просмотрено. Многие, в принципе, не просмотрены, но после каждой цивилизации она уходит и оставляет после себя руну. Эти руны все собраны, просто у меня сейчас их с собой нету, но, в принципе, они даже где-то публиковались. Вот. А наша цивилизация, близкая, ну вот, к человеку, к человеческому сознанию, будем так говорить, потому что ведь цивилизации разные бывают. Там была цивилизация драконов, была ленивцев, была лемурийцев, их много. Вот, но первая цивилизация, которая близка к сознанию человеку, и самая старая, это цивилизация барьев. Пишем бары. Барии. Если убрать букву Б, что получится? Арии. Понятно? Ну, это я так пока намеками говорю. Следующая цивилизация была русы. Русы, расы, росы. Название, согласно, очень часто менялось. Вот. Ну, это их можно записать отдельно. Русы, расы, росы. Но смысла нету. Просто понятно. Вот. Дальше была цивилизация атлантов. И потом дальше по порядку. И самые младшие наши братья – это евреи. Почему? Опять же, по языку. Платон Лукашевич доказал, что в их языке всего 2360 слов.
Всего. А в словаре одного Александра Сергеевича Пушкина, одного, 40 тысяч слов. Вот. Но надо понять, что это наши младшие братья, и они тоже потомки Барев. И они могут то же самое, что могут все остальные. А у нас на них идет какое-то неправильное давление. Их пытаются там... Сейчас они нас в рабов превратили. На них свалить. Ну, ребенок, ну вот, он похулиганил, там где-то что-то поджег, ну, всякое бывает. Кружку разбил, ну, что его за это убивать, что ли? Тут же тоже надо понимать. А вот, стоп. Вот, минуточку. Вот, речь... Знаешь, как говорят, сколько наговоришь, столько получишь. Да. За речь, за свою надо отвечать. Молодец. Теперь мы разберемся, кто такие бары. Кстати, бары, отсюда идут барды, бояре, бароны. Ну, много слов в русском языке, которые идут отсюда. Вот, кстати, то, что Анастасия там про бардов говорит, это тоже где-то отсюда. То есть эту верхушку она еще не снимает или не выдает специально. Так вот, ба и ра. Ну, правильное название. Божественное. Ба. Бог и ра солнца. Бог солнца. Понятно, кто такой барин? Читаем обратно. Раб. Солнечный бог. Это еще выше. А что из нас сделали? Из слова раб сделали то, что это все самое низкое, самое мелкое. Самое нехорошее. Вот дети вот эти вот, а теперь вспомните дальше. Простую вещь. Вот, например, в мусульманстве есть обычная вещь. Вот если ты в присутствии другого человека сказал, что отрекаюсь от Бога, и нет Бога, кроме там этого Аллаха, то ты принимаешь веру. Достаточно озвучить искренне и сказать, что да, я это воспринимаю. И теперь вспомните каждое свое юное детство. Когда мы на доске писали, что мы писали? Мы не рабы, рабы не мы, глухие, а обратно не мы барии, и барии не мы. И каждый из вас отказался от своего Бога. А свой Бог это кто? Родитель. Это человек, да, и родитель. Понятно, в какую нас ситуацию загоняли? Извините, а революцию кто делал? Дети? Да. Дети, ну подождите, давайте так. Вот то, что там они делали, сейчас знают все. Вот три человека просто вот не вынесли. Нет. Народов убивали. Есть у вас информация об этом? Вот смотрите, что происходит. Вот мы сейчас ничего не делаем. Я вам только рассказываю правду. Трех человек вынесло. Просто они не выдержали. А? Ну, это второй вопрос. Ну, один заснул здесь по дороге, другой просто ушел. Вот, это уже второй вопрос. Но в этом нет ничего страшного. То есть надо понимать, что в мире все не случайно. И то, что сделали дети, да, можно их хоть как там повторять, вот это сделано. Надо понять, а что мы можем сделать? Что до них-то? Если мы барии, если все здесь сидящие, это все барии. Самые младшие бари, они вышли. Ну, это ихнее дело. Теперь давайте попробуем с тем, кто такой человек, мы разобрались. Каждый из вас это Бог. И не просто Бог, а барий. А барий без буквы Б это арий. И это две нации, которые самые близкие друг по другу, к другу. Это русские и немцы, на самом деле, которые должны быть всегда воедино. И Константин Васильев в своих картинах это рисует, а нас разбивают, разделяя и властвуя. 2000 лет, по-моему, частей. 2000 лет уже больше. Да. Теперь наша задача понять. Понять почему. Я сейчас объясню примитивным детским языком на пальцах. Я буду упрощать все до безобразия. Просто упрощать. На самом деле система маленько сложнее там. Ну, нет смысла мне выписывать формулы математические. Я буду постараюсь объяснить очень просто. Но каждый должен понять. Кто понял, хорошо, а кто не понял, я не виноват. Это однозначно. Вот если мы берем мир. Вот материальный мир. Вот то, что называют духовный, энергетический. Или мир смерти можно назвать. Ну, по большому счету, душа умирает, уходит сюда. Так?
Теперь давайте подумаем. Из чего формируется вот этот мир? Правильно. Из мысли кого? А? Всех нас. А какие мы туда мысли отправляем? Ну-ка подумайте. Ну вот видишь. Вот представьте. Так всякие. Когда жена на мужа кричит, на отца кричит, на детей кричит, она посылает отрицательные мысли в пространство. А пространство, оно обязательно обидится и уведет мужа от этой жены, пришлет другую, более достойную. Это однозначно. Или сработает так же, с деньгами, с чем угодно. А мы столько грязи в пространство посылаем. А представьте, сколько здесь миллиардов человек формирует вот это. И на протяжении скольки тысяч лет? Так, значит, а душа уходит, прежде чем вернуться. Она же тоже что-то формирует сюда. Складывает какие-то мысли, видит эту картину, пытается понять желания людей. И приходит, чтобы немножко изменить, поправить в лучшую сторону. Ну, вроде бы, да. Значит, получается, что если это жизнь, а это смерть, то смерть – это иллюзия жизни, наша иллюзия. А жизнь – это иллюзия смерти. Вот вы поймите только самое главное. Иллюзия, желание, можно сказать. Но желание – это то, что хочешь сделать. А здесь вот такая получается картинка. Ну, она близка к этому. Но она не совсем виртуальна. Вся беда в том, что здесь она виртуальна, здесь-то она материальна. Не надо нам компьютеры. Теперь давайте с вами просто сделаем простое движение и разберем слово смерть. Мы с вами разобрались, что смерть это там. И что такое смерть? Это уже ответ на один из вопросов. Вот это слово всем понятно, да? Мера. Кто-то задавал же подобный вопрос. Слог «со» значит совместное, да? Ну, «со». Соратник, совместный ратник. Тут тоже объяснять не надо. Совместная мера «то». Давайте разберемся, чего. А чтобы разобраться, в обратном порядке записываем. Красиво сказано. Можно сказать солнечной мысли. Можно сказать движение мысли, потому что Тора – это еще звезда, имеющая движение. То есть солнечная мысль очень красиво звучит. Но если так попроще, попонятней, совместная мера – то движение мысли. Теперь кто-то когда-то нам сказал, что человек живет 70 лет. Сказали нам такое? Сейчас уже меньше говорят, да, действительно. Мы все в это поверили. Все поверили. Кто поверил, тот и всю эту информацию наша мысль забросила сюда. В учебниках нам это говорят, ученые нам это говорят. А в одной из умных книг сказано, если даже двое собрались ради имени моего, значит, Бог уже среди вас. Где-то написано такое? Да.
Вот если два человека решили, что они живут сколько хотят, и уходят из материального мира по желанию. Здесь эта информация записалась? И к ним вернулась. И к ним вернулась. А если эти двое рассказали еще двум? Еще два. А если это пошло в средствах массовой информации на уровне информационного поля? Мы же с вами в самом начале, вы же мне сказали, что кто пишет информацию сюда? Вы поймите, что кроме нас записать информацию сюда некому. Некому, вы же боги, вы же тут сидите. Или я не прав? Конечно, не прав. Сюда придем. Ну, кроме нас, вот мы записали эту информацию, мы все этим ограничили. Вы же сами сказали, средства массовой информации мы не выйти. А зачем нам в них выходить? А как? Чтобы тогда все знали тогда. А зачем всем знать? Ну, от того, что мы только маленькая кучка людей будет знать, от этого я не думаю, что прибавится у нас. Сколькизначная система на Руси была? Что вы сказали? Сколькизначная система на Руси была? Девять. Если 9 человек нарисует такую картину, а каждый из этих 9 соберет еще 9 и нарисует эту же картину, простую, что человек бессмертный, пока. А те еще соберет 9, каждый соберет. Нам нужны средства массовой информации? То есть 9 в кубе, то есть 3 девятых. 3 девятое царство получается. Нет, но вы только что сказали средства массовой информации, я просто за это учусь. Я говорю, если... Если вы не живете искусственной информацией, а пользуетесь своей внутренней божественной. Вот я приведу пример, потому что вы говорите, да, очень простой пример. Да. Вот вы знаете, что произошло 21 сентября 2003 года? Кто знает? Больше, а? 11. Нет. 2003. Смена процессов пошла резко. Ну, с чем связан политика? 21 сентября? Нет, не будем спорить, близко сказано, я объясню. Дело в том, что я рассказываю на этом, на каждом семинаре. На каждом абсолютно, но не все слышат. Просто вот два человека было тут, кто раньше был на семинарах, они тоже не помнят. А почему? Это вот как раз ответ на ваш вопрос, что информация двигается очень медленно. Но медленно, потому что люди ленивые. Вот, 21 сентября 2003 года икона «Воскрешающая Русь» была отнесена в Дивеев монастырь. Но 21 сентября – это еще и Новый год по старославянскому календарю, это еще и День Победы на Куликовом поле, это еще и День рождения Богородицы. Вот, но... Синяя Родина. Да. Вот. Но самое интересное, что именно вот 21 сентября 2003 года произошла очень интересная вещь. Воздух над Россией или над планетой стал Святым Духом. Произошло микроскопическое изменение воздуха. Вот. Ученые это просчитали, это знают. Из уст в уста это передается, но, видать, не тем и не туда. А что такое воздух стал Святым Духом? Вот вы задумаетесь. Воздух изменил свою сущность. Это значит, воздух начал уплотняться, начал меняться. Это значит, если поток воздуха мысленно ты направляешь на больной орган, но зная, что ты направляешь не воздух, а Святой Дух. Есть разница знать и не знать. Вот сейчас вы знаете, вы посвящены. Вы можете посвятить любого другого. Вот, воздух стал Святым Духом, значит, он вас лечит. Но вас-то он лечит, а кое-то кого он калечит. Кое-кому-то наш воздух становится, так сказать, ну, не по душе. И поэтому многие сейчас из тех, как вы говорите, очень неуютно себя чувствуют. Если вы заметили, кстати, вот то, что я рассказываю, вот та половина внимательно слушает, русские не замечают. Сейчас вот в метро, вот в других местах есть вот такая реклама. Просто это лишь бы выдержать. Но процесс уже идет. Вот. А теперь мы разберемся, у кого идет такой процесс. Он идет совсем не у евреев, на которых вот тут сейчас все говорят.
Ну и от них тоже. Но не от них. Сейчас мы поймем, что происходит дальше. Я пока понятно объясняю? То есть никто не жалеет, что пришел на лекцию? Вот опять наша же половинка. Материальный мир, духовный мир. Наши предки это называли вещим лесом. Еще раз повторяю, ве-лесом, мы с вами поняли. Информационное поле Земли, которое формируем мы. Куда мы уходим, наши души уходят. Только вот все, что сейчас я рисую, надо понимать, что русский человек всегда мыслит образно. То есть я рисую в плоскости, а вы все это смотрите в пространстве. Понятно? Я опять все упрощаю. Сколько у нас времени, кстати, еще до? Неважно. Но, в принципе, я могу и до утра рассказывать. Вот как устроен на энергетическом плане человек. Вот материя. Вот его духовная часть. Если здесь вот мужчина воплощен, то здесь его вторая половинка женщина. Мы почему-то вторую половинку ищем где-то не там все время. Если вот здесь вот женщина, то вот здесь вот мужчина. Если ты был мужчиной в этой жизни, умираешь, половинки переворачиваются, ты становишься женщиной, а твоя вторая половинка мужчиной. И все, что ты в этой жизни наговорил отрицательного про женщину, вообще все. Я не зря говорил, сколько наговоришь, столько получишь. Ты в следующем воплощении полностью отрабатываешь, но уже в виде женщины. И сколько ты отрицательного тут наговоришь про мужчину, опять переворачивается. И вы вот каждый себя вспомните. Вот это то, что называется кармой. Ту карму, которую нам приписали, придумали, там, старое воплощение. Дети за отцов не отвечают. Это надо понимать. Отвечает каждый за свои поступки. То, что там где-то кто-то в старом воплощении ты наделал. Ты вот в этой мясорубке крутишься, как в песочных часах. А почему? Кто формирует это пространство? Это энергетическая половинка каждого человека. И если мы ее накачиваем отрицательным чем-то в течение жизни, в следующей жизни что мы получаем? А кто написал туда это? Написал Бог. А какой Бог? Может быть, я их не читал. Но в принципе, да. Ты правильно сказал. Теперь дальше идем. То есть здесь я понятно все объясняю. Но здесь еще есть одна тонкость, очень маленькая, но я ее объясню. Вот такой вариант, когда здесь мужчина, а здесь женщина, информация сюда, в информационное поле, уходит мгновенно. Но опять же, почему этот канал перерезан? Если в течение полугода хоть раз 100 грамм выпил, 100 грамм алкоголя чистого, тебе этот канал перекрывается, и надо полгода, чтобы он у тебя очистился. Понятно? 40. Ну, до того же уровня. В принципе, что обрезает у нас связь с информационными полями? Алкоголь, химия, воздух, самое главное, отрицательные мысли формы, которые мы запускаем. Притом неважно в отношении кого, тещи, жены, там, соседки. Вот. Все это режет, но просто поймите одну вещь. То вот когда такой вариант проходит, да, потому что женщины, они мягкие создания, они говорят душа, ну, слышат ушами. А вот такой вариант, когда здесь женщина, а здесь мужчина, мужчина стоит такой пробкой, что здесь пройти ничего не может. Вообще ничего не может пройти. И поэтому вот вспомните, как называлась девушка, которая готовится стать женой. Невеста, нет вести. А когда она выходит замуж, она становится как? За мужем. Значит, жена может прогонять информацию только через кого? Она раскрывает свой канал только, когда выходит замуж. Да.
И не просто через мужчину, а через мужа. Теперь определимся, что такое муж. А потом, я почему сейчас даю это, чтобы стало понятно, как с теми, с младшими братьями разбираться. Не поняв этого, да, не станет понятно ничего другого. Вот я же с вами говорил уже про гласные и согласные. Есть гласные, есть согласные. Одна без другой слога не дает. Получается или мычание, или орание, или что угодно. Но слога нету, а песни тем более нету. А нужна песня. И что такое, значит, женщина замужем? Вот женщина переспала с каким-то мужчиной, она уже замужем. Это сейчас у нас там придумывают эти самые паспорт по регистрации, все. Она уже попадает в его информационное поле. Как это выглядит? Вот мужское поле в одном направлении. Вот женщина в близость вошла. Но ее информационное поле вращается в другом направлении, в отличие от мужчин. Все, она уже замужем. А здесь, на уровне информационного поля, возникает такой как бы цветочек. Роза. Ну, это же любовь. Мир спасет любовь и красота. Вот. И дальше, чем больше вот эти половинки друг другу приносят радости, удачи, тем цветок растет больше, 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 больше. А если они начинают между друг другом, ах ты такой, ах ты такая, ах ты это, цветочки опадают, и здесь вырастает вот такой здоровый кактус. А этот кактус колет информационное поле, ему же больно, и он создает события здесь внизу на земле, чтобы эта пара распалась. Чтобы эти колючки поле не кололи. И это... Они оба равнодушны. Кто? Оба. Значит, ситуация, значит которая... ну пусть живут так же равнодушно. Это полю не мешает. А там с полем-то что? Ничего ему не мешает, если они оба равнодушны. А? Если там цветочек, цветочек может быть вот такой маленький. Он же не колет никого. Может быть огромный. Но когда огромный цветок, такая пара становится такой сильной. Это как картина Васильева, помните? У окна у чужого. Там два глаза. У мужчины и у женщины. И когда вот здесь загорается огонь, мужское и женское начало встречаются, то появляется третий глаз. Открывается, да, который из окошка. Константин Васильев все эти вещи очень хорошо знал. Вот что происходит. Допустим, у мужчины появилась вторая женщина. Она опять же за мужем. То есть с этой он расстался, но энергетически она все равно на нем. Он тянет уже двух, у него уже две жены, на самом деле. Появилась третья, у него три жены. Но нет, ну он разводится. А что происходит с женщинами? Женщина в этом отношении, наоборот, свободная. То есть вот она с мужем развелась, она вышла с этого поля. Все, она независима. Но как только она переспала с другим, полюбила, она уже становится замужем за ним. А он ее содержит энергетически. Ну, иногда и так. Иногда и так. Вот, но что самое интересное, вот чтобы было понятно. Вот я с одной знакомой женщиной, да, пришел к прозорливому старцу, к отцу Наумову в Сергиевом Посаде, и он ее спрашивает, у тебя много мужиков-то было? Она говорит, ну человек 6-7. Он, сколько, 37? Она говорит, да нет, 6-7. Он, 37. Ну и дальше про свое пошел. Мы с ней выходим, она мне говорит, какой это прозорливый старец. Я-то, говорит, точно всех своих мужиков-то знаю. После мужа, вот у меня, говорит, было 6, а он мне 37 гонит. Я тогда тоже не догонял, когда потом не научился видеть цветочки. Что происходит? Вот женщина имела одного мужчину, да? Потом у ней появился второй. Здесь на информационном поле один цветочек, здесь второй цветочек. Правильно? Потом она опять вернулась к этому. Это опять как по новой, опять новый цветочек. Потом появился третий.
Здесь еще цветочек. Потом она опять вернулась к этому. Целый райский сад. Целый райский сад. Райский. Но цветочки эти растут, они никуда не деваются. И то есть у нее ты было реально 7 мужчин, как она говорит. Но были вот эти вот переходы. И в общей сложности старец увидел 37. Я-то знаю, что старцы не ошибаются. Они-то выходят в весь лес. Меня-то в этом не переубедишь. А? Как? Образом жизни. Сейчас мы к этому придем. Я уже, кстати, про это рассказал. Я уже 4 раза про это рассказал. Кто услышал, тот услышал. Кто не услышал, я не виноват. Что? Вообще-то без женщин. А? Так, вот смотри, еще раз объясняю. Мужчина, он самодостаточен. То есть, на самом деле, женщина только помогает. Это не совсем, быть может, правильный путь, то, что это самое без жены. Ну, женщина в чем-то отвлекает энергетически, но не всегда. Вот у мужика здесь проходит, потому что здесь вверху у него женщина, его вторая половина. А у женщины вторая половина мужчина. А мужики, они эгоисты. Они просто толстокожие. Все правильно. А? Может быть. Но... Что? Нет, может быть. Во-первых, женщина должна быть за мужем. Без мужа она не сможет. Сможет. Это редкое исключение, я объясню, как это делается. Да, вот как Матрона, например. Ну и что? Мужчина до 9 может свободно, так сказать, вытягивать на энергетическом уровне. Но я не про это. Вот вы сейчас опять прыгаете в стороны, которые на самом деле это такие детали. Не надо о гаремах говорить. Мы говорим о сущности. Вот женщина спрашивает, как ей стать самодостаточной. Надо, скажу, открою секрет. Надо потянуть одеяло на себя. Теперь объясняю, как. Вот видишь вот эту вот точку? И вот тянешь ее вниз, чтобы вот это вот все. Но только вы понимаете, что это две пирамиды, что я рисую в объеме. И вот это надо вытянуть на физический план. Вот случай в истории такой был. Была такая Василиса Премудрая. Вот она это сумела сделать. Сейчас встречаются только двоюродные или троюродные сестры ее, которые... Может быть и есть, но я не видел, что кто-то еще до конца вытянул. То есть, то же самое и мужикам. Но, когда ты вытягиваешь, соединяешь свои две половинки на физическом плане, ты в состоянии выходить на самый высокий уровень. Потом напомните мне, до уровня весего леса мы дойдем. И творить все, что хочешь. Это уровень Бога живого на земле. Христос делал такое. Ну и там Будда, там многие другие, то есть они как раз вот соединяли два этих уровня. Вот один из уровней вот дает Александр, то есть внутреннее соединение, то есть он подходит к этому, но это еще далеко, так сказать, до. Но это реально со временем. То есть каждый человек может найти, вспомнить, понять, начав выходить на вещий лес. Так, чтобы мне не забыть про самое главное, потому что меня очень часто уводят в сторону. Здесь понятно, вот, с мужским, женским началом, с движениями. А те вот святые девы, которые видели Иисуса Христа во сне, вышли замуж за Спасителя? За обычного мужчину, любой мужчина может выходить энергетически. Святые, которые... Объясняю, как объясняет православная церковь, что все, кто пришел в монастырь, те невесты Божии. Да. Все. Она за мужем. Ладно, сейчас остановлюсь еще на женской интуиции, это очень важный момент, чтобы потом... Не, в другом порядке пойдем. Но напомните мне за женскую интуицию. Вот. Здесь мы разобрались, как выглядит энергообраз нормального человека Бария. Но в мире, к сожалению, существуют личности вот с такой структурой. Это когда две пирамидки стоят одна на одной. Ну, что-то типа знака бесконечности. Помните, мы с вами его рисовали? А?
есть нулевые люди, да? Наверное. Только давайте разберемся, откуда вот такие вот сущности взялись. Давайте вначале вообще разберемся в их слабых сторонах и сильных, а потом будем выяснять, откуда они взялись. Вот если такой вариант может выходить на информационное поле, такой вариант, когда они живут в паре, жена через мужа может выходить. У жены всегда есть возможность. Муж — это не обязательно в паспорте, я говорю. Но тут еще есть такой момент. Вот если женщина была с энергически сильным человеком, да, а потом вышла замуж за более слабого, ей не хватает энергии, вот той, которую она имела. И она начинает, как правило, полнеть, там, хуже себя чувствует. И поэтому не всегда есть смысл прыгать взад-вперед. Но суть в том, что вот если вот эти вот хоть так выходят на информационные поля, жена через мужа, так как она замужем, мужчина сам, если он ведет нормальный образ жизни, то вот эти вот не могут считывать информацию отсюда вообще. Вот видите, у них здесь перекрыто. Но им же как-то надо жить. И надо как-то пользоваться информацией. Как-то же надо делать научные открытия. А вот здесь, на уровне вещего леса, записана информация о всей Вселенной. О всех цивилизациях, все открытия. Ну, вообще, все, что есть, все записано. И все это продублировано на уровне ДНК каждого человека. Горяев очень хорошо по этому поводу рассказывал, что если вся Вселенная погибнет, и останется ДНК любого из вас, вся Вселенная восстановится. Понимаете, какие вы хранители? Каждый из вас. А вы говорите, сомневаетесь кое-кто, что вы боги. Даже одного этого понимания уже много. А эти читать информацию не могут, а хотят. А много зачем? А? Зачем? Как зачем? На всем рынке? Для того, чтобы управлять. А много таких? Для этого они придумали деньги. Много. Деньги. Деньги — это простейший, примитивнейший механизм управления человеческим сознанием. Самый примитивный механизм. Но для того, чтобы им зарабатывать деньги, им нужно прогнозировать события, знать, что происходит впереди, снимать какую-то информацию с информационного поля и управлять вот этими вот нами. Как это делается? Через деньги, где-то через силу. Вот видели такой момент? У любого начальника 2-3 подчиненных, которые энергически сильные, он через них качает информацию, они ему рисуют программу на будущее, он ее исполняет, а они у него копейки получают. А он живет. Через них он считывает информацию для себя. И через них же он забрасывает информацию. Он говорит, вот завтра начнется птичий грипп. Эти поверили, им понравилось, они записали информацию. И через какое-то время, поверьте мне, этот грипп придет. Но кто его сделал? Он или он? Совместное производство. Вампир. Совместное производство. Но то, что вампиры энергетические, они — это тоже отдельный фактор. Они по этому поводу оправдывались, говорят, мы же на свою планету прилетаем, но нам хочется кусочек пирога откусить. Ну, хочется им. А снимается фильм, вот как, помните, фильм какой-то показывали? «Где ты будешь послезавтра», по-моему, там как Америка тонула. Ну, то есть что происходит? Они через массовое сознание, в кинотеатр ходит множество людей, а из тысячи детей один, у которого сознание открыто и напрямую все это пропускает. А если ему такая картинка ребенку понравилась, просто понравилась, и он захотел ее увидеть, как вы думаете, что будет с Америкой? Кирдык. Там и так ураганы выпускают, снег и деревья. А, насчет ураганов. Там у нас в Сибири живет один дяденька, Олихастер. Он вообще, он понимает эти вопросы. Он так из понимающих. И он эти ураганы умышленно запускает. Я ему говорю, это же рэкет, ты что делаешь? А он говорит, как? Они же, говорит, вот эти вот должны оплачивать право на свое существование. Пускай, говорит, выплачивают по 10% вся Америка на мой счет, на его счет.
И я, говорит, им ураганы прекращу сразу же. Вот, он даже книжку выпустил и указал там все свои реквизиты, все. Предприимчивый сейчас. Нет, ну на самом деле, вот сейчас вы начинаете понимать механизм работы, а если начинаете понимать, значит становится очень интересно. Зачем? Запишите одну вещь. Нельзя жить чужим умом, живи своим. Как только ты отключил от себя ум вот этих вот коллег, инвалидов, ты начинаешь жить своим умом. А вот теперь давайте с вами попробуем жить своим умом. Помните, что произошло 21 сентября 2003 года? Воздух стал чем? Святым Духом. Как работает Святой Дух, вы знаете. А теперь расскажу еще одну интересную историю. В прошлом году на крещение, вот когда вода-то святой становится, да, ко мне приехали друзья, а у меня дом возле горы Еремель, а гора Еремель — это место, где Заратустра получал посвящение. Там сильнейшая энергетика, потоки. Ну а тут же всем положено в проруби купаться на крещение. Ну и мы большой толпой туда, в прорубь. А после проруби, как правило, приходят умные вопросы. А хороший вопрос — это уже половина ответа. Один из моих друзей говорит: слышь, говорит, а почему, говорит, у христиан так устроено, что святая вода только неделю? И кто это вообще рассказал? Он говорит: на самом-то деле ведь вся вода живая на всей планете и в течение всего года. Но если это знает 5 человек, которые знали, теперь знаете вы, то какая вода вся? Живая. Вся вода на планете живая. А функции, да. Конечно, а функции этой воды, вот мы пьем ее, арии, славяне, барии, она нас укрепляет, она нас делает живым. А для прихожан, вот для таких вот, для приезжих, она в какую сторону действует? Ну, это что? Кто сюда запускает эту информацию? Мы с вами. А если мы с вами это знаем, и еще будем знать от каждого из вас по 9 человек, а от тех еще по 9, как вы думаете, насколько увеличится плотность воды и воздуха? Просто? Да. Точно так же, как со смертью. Человек бессмертный. Бессмертный что такое? Это такой бес, которого даже смерть боится. Все правильно. Умирали тогда, когда насыщали жизнь. Конечно. Скажите, а почему пирамиды вот как бы женского мозга? Основанием к этой линии, а эти уголком. Просто показать, чтобы повернулись к крещему лесу. Да, вот избушка, избушка, говорят, повернись ко мне передом, а к лесу задом. А они, понимаешь, они как бы не крутились, они к вещему лесу все время задом. Вот, а если они все под хвост ширяются, вот под хвост колятся, вот знаешь, есть такие, они от этого кайф ловят. Вот она так и крутится, вот эта вот избушка. А эта избушка, как ни крутись, она всегда передом стоит, к одному месту. Зачем они такие сделаны? А зачем и откуда? Это второй вопрос. Но перед этим я хотел сказать, напомните, я хотел рассказать про женскую интуицию. Если не против. Интереснее, да? Да. Ну вот один из механизмов управления, я вам сказал, деньги, да? Да. Нет, вот этим товарищам им надо держать вот этих в повиновении. Не в рабстве. Рабство они слово изменили. Раб — это красивое слово на самом деле. Это солнечный бог. Это надо понимать. И не надо от этого отрекаться. И от бариев не надо отрекаться. Поменять просто. А? Поменять уже смысл. Смысл надо понять. Так же, как ты и вы. Поменять. И поменять. Конечно. Вот. Первый механизм — деньги. Управляют они нами через деньги? Нами уже не управляют, вами уже точно, потому что вы поняли. Я думаю, 90% из вас поняло, о чем я говорю. Если кто не понял, я не виноват.
Вами они уже управлять не могут, потому что вам достаточно в сознании вот эту полоску перерезать, понять. А вы говорите, они нами не могут управлять. А за хлебом мы куда пойдем? Магазин. Я за хлебом торгую до своей печки. Кто тебе мешает? Я пеку сам. Я в городе живу. А кто тебе мешает также выращивать хлеб, молоть его и печь? Нет, в Москве надо. Земли в России, если я не ошибаюсь. Нет, давайте так. По 10-20 на каждого человека. Не считая гор, тундры и там непроходимых там болот. Выходы есть. Это уже вторично. Вот это вопрос вторичный. Вот самое интересное, обратите внимание, вот сейчас стал вопрос про женскую интуицию, да? Женщин сразу так ду-ду-ду. Обратили внимание? То есть их начинает теребить. Сейчас объясню, что. Вы просто вы видите, что все происходит на самом деле в реальности здесь и сейчас. Мы вначале с вами прочитаем слово «счастье» в обратном порядке. В общем, сейчас суть. А обратно читается суть сейчас, то есть здесь и сейчас. То есть человек счастлив вот именно сейчас и здесь. Вчера и завтра, вчера оно было. Самый лучший день сегодня. Да, а завтра мы с вами сами сформируем, если вы знаете, кто вы такие. А как это уже детали? Вот что понять, что вот... Интуиция же так работает, но здесь и сейчас... Нет, интуиция, сейчас я тебе объясню, что такое. Вот эти вот товарищи... Зная, что сюда они выходить не могут, а выходить им охота. А через этих не всегда получается, славяне народ упрямый. А еще и бухают со страшной силой. А если бухают, у них тут полная закупорка. И что им делать? Может быть, предохранительная мера? Нет, это ни в коем случае не предохранительная мера. Второй механизм, которым они нас уничтожают, это алкоголь. Это тоже их механизм. Третий механизм – это то, что называется интуиция. То есть на уровне, на определенном. Вы знаете, каждый, что такое эгрегор, что такое энергополе. Существуют там эгрегоры этих самых филателистов, эгрегор милиционеров, военных, кого хочешь, да? Вот. А они создали женский эгрегор. Не сами создали, а опять же через женщин, а женщины через мужчин. Матриархат. Эгрегор женского матриархата. Да. Нет, это не матриархат. Это маленько другая вещь. Вот, да. То есть, что делает этот эгрегор? А большинство женщин, как правило, не замужем. Ну как правило? Или замужем так, что на самом деле они не замужем, а за интуицией. Есть и такое. Вот. А как вот сейчас большинство, вот считайте, вот сейчас даже вот, ну, время, раньше пели как, на 10 девчонок по статистике 9 ребят, да? Вот из этих 9 двое служат в армии, двое сидят в тюрьме, трое горьких пьяниц. Остается один. Значит, все остальные, как бы это самое, вообще не замыкаются. И вот они всех таких собирают, создают их эгрегор. И этот эгрегор на каждую женщину, а их здесь много. Вот, ну, представьте себе, тысячи, миллионы. Создает эгрегор, который напрямую начинает помогать женщинам. Но помогать за что-то. То есть в нужный момент он ей может подсказать нужную информацию. В нужный момент, когда надо ее остановить, он может заставить ее выкрикнуть с места какую-нибудь вещь, абсолютно это самое, далекую от дела. В нужный момент... Он может наслать на нее болезнь, если она что-то не выполняет указания вот этого интуиции, уложить ее в постель там с какой-нибудь болезнью, чтобы она опять начала идти. Для чего? Вот эта компания, этот эгрегор держит в своих руках, вот в этой точке. Через женщин на мужика прогоняется любая информация. Та, которая нужна им для построения их нового мира. Но женщины здесь не виноваты, они просто этого не понимают. Их освободить надо, то есть им это надо объяснить просто, и все. А мужики начинают, ах ты такая, ты сякая, ты мне тут подстроила, ты мне тут влезла не туда. Они тоже не понимают. Они сути не понимают. А женщина должна просто понять, она должна быть либо за мужем, либо за интуицией. Все, другого не дано.
Это очень простая схема сама по себе. Понятно всем? Да. А стремиться к Василисе Премудрой — это соединение. Это может любая женщина. Притом во всех предсказаниях сказано. Соединение с мужским духом? Да, со своим мужским началом. Да. На самом деле вот это у женщины вторая половина. А у мужчины вот это. А нас отправили искать другую половину там где-то. Да. Но и на этом уровне, если совмещается, это очень хорошо. Кстати, вот такой фактор. Вот когда идет совмещение вот таких вот с такими, да? Вот это и это. Вот, допустим, мужчина. Ой, я вам рисовал энергетическое кольцо, да? Вот у него направление в эту сторону. У нашей женщины противоположно. А у этих все наоборот. У них, у женщины, направление в ту же самую сторону. И когда славянин живет с чужой женщиной, энергетика их идет в одном направлении, она не держится. Это постоянные скандалы, крики, шумы. В результате разводы. А они делают для чего? Ну, пытаются сделать свое потомство вот таким. У них всякие там идут варианты. Да. Да. Это все идет примерно оттуда. Так, сколько у нас времечко? Давайте небольшой перерыв сделаем. И дальше мы будем разбираться, откуда же они взялись. Ну, с ней мы разобрались. Замуж, либо замужем, либо закрытие. Да, с этим мы разобрались. И что я дальше обещал рассказать? А, откуда же вот эти вот самые взялись, да? А, это самая интересная тема. Тема вообще нашей беседы называется «Законы русского языка и алгоритмы управления информационными полями». Правильно? Я дал кое-что про информационные поля. Кое-что стало понятно? Очень. Вот. И надо понять, что сам механизм, в принципе, он настолько простой, что когда его понимаешь, становится удивительным, как же они столько времени могли нами управлять. Вот любая религия, это тормоз сознания. Но на определенном этапе истории тормоза нужны. Ну, представьте, машина без тормозов поедет, что будет? Тормоза прогнутся. Вот. А когда можно отключать тормоз сознания? Только тогда, когда ты взлетел. Вот кто мне скажет, какого цвета стоп-кран в самолете? Вот, но смотрите, что делает религия. Вот мы с вами говорили, да, не только религия, а сознание, опять же, как идет управление информационными потоками. Мы с вами определили, что такое смерть. Что это совместная мера наших мыслей. Смотрите, что говорят все религии. Что где-то там, в раю, вы будете жить хорошо. Так говорят? Если будете жить так, как нам надо. Да, если будете жить так, как нам надо. Что говорили коммунисты? Что мы с вами построим счастливое будущее. И будете жить при коммунизме. Говорили? Говорили. Мы отправляли туда мысли. Мы отправляли мысли в будущее. А счастье это здесь и сейчас. А вот эти вот товарищи, энергию наших мыслей кушали, нямали, поправлялись. А потом опять же нас
Разували на бабки. Схема простая. Но еще и на жизнь разводили. Еще и заставляли верить то, что мы живем. Столько-то, столько-то. А, кстати, во многих священных книгах написано, что человек... Вообще предсказание, даже в православии говорится, что каждому будет до 25 лет, до 30 лет возраста. Каждый будет молод, болеть не будет. Болезни тоже они придумывают. Вот если я вам скажу, что кто-то из вас болеет разминухой. Чем? Разминухой. Вы заболеете такой болезнью? Автоматически. Если поверить. Да никогда не заболеете, потому что вы не знаете, что это такое. Что это за болезнь? Да, потому что вы не знаете, что это за болезнь. А когда врач называет конкретный диагноз и определяет его это самое, симптомы, это все пишется здесь, и вот оно записалось, со временем оно сработало. Опять же, механизм любви. Вот иногда женщина говорит, я так, говорит, тебя люблю. Или не только женщина, мы как дети. Вот кузнечик говорит, так люблю, вот ножки ему оторву, только от меня не уходи. Вот, останься здесь. Нет, ну, я почему говорю, потому что это слово не воробей, вылететь не поймаешь, оно очень серьезное. Мысль серьезная, а слово еще серьезнее. Вот у меня был такой момент буквально, когда, вот прошлым летом на Иланчике там собираются оптималисты у нас со всей страны, и там, в общем-то, мой хороший знакомый, моя хорошая такая знакомая женщина, она решила меня напугать. И говорит, вот если ты курить не бросишь, через 3 месяца крякнешь от инфаркта сердца и от воды в легких. Но я гипнозу не поддаюсь, я эту информацию перечеркиваю, я знаю. Но в тот момент, когда она это говорит, у меня открытое сознание. Информация отсюда пошла сюда. А эти, которые все время рядом с нами, они ее подхватывают и создают ситуацию так, что ровно через 3 месяца происходит то, что было сказано. Притом она сказала вроде бы не по злобе, но сказала в момент открытого сознания, а эти уже создали ситуацию и сработали. Да, мгновенно подстроились. Я почему говорю, что надо быть очень аккуратными со словами в присутствии, с диагнозами. Но вообще... А? Чего? Нет, конечно. Нет, курить не надо. Но опять же, при истинной вере и дым становится ладаном. Нет, но все-таки лучше не стоит, согласен. Но лучше нет, конечно. Я однозначно. Для отдельных. Для меня просто это на самом деле я давно хочу отказаться, но мне тяжело. Вот. А потом я когда-то пробовал отказаться. Я раньше сам вел курсы по избавлению от алкоголя, от табака. И у меня начали проявляться странные... Вот, как? Я начал читать мысли людей, как от табака отказался, а с человеком стоишь, он столько про тебя гадости думает. И притом читаешь не всегда то, что хочешь по заказу, а выплывает иногда оно автоматически. И притом выплывает отрицаловка. Вот он тебе в глаза смотрит, говорит так-так, а сам да так ты пошел бы ты отсюда или что-нибудь. Вот. А начал курить, это ушло. То есть... Отключается, да, потому что... Графитовый стержень, да, там на реакторе. Да. То есть когда перебор... Просто это как бы своего рода тормоз. Хотя на самом деле, конечно, отказываться надо, но всему свое время. Значит, вы сейчас не видите тех, которые вы в том знаете. Если перед вами будет тот, который которых? С вами будет манипулировать, вы его не... Вот этого? Да. Вы даже не видите, просто теряете. А зачем мне его видеть? То есть вы просто вы будете ему рассказывать вот истину вашего знания, и так пусть слушает, у меня секретов нету. Вот вы поймите одну простую вещь. Вот здесь, на информационном поле, секретов нету. Все, что мы говорим, вот здесь слышится и пишется. И все это вместе называется совесть, совместная весть. И вот эта вот совесть или вещь и лес, он анализирует всю информацию, собирает. И, в конце концов, здесь проводят те или иные действия. Но эти действия зависят от нас, потому что мы обращаемся с определенными просьбами туда. И то, что мы сюда пишем, то нам возвращается. Скрыть в этом мире ни от кого ничего невозможно. Вы даже не представляете, насколько вот
Ну просто это такая книга, это такой вот в интернет, когда залезешь, там можно копаться, копаться сутками. И все не переберешь. Просто. Зачем? У нас нет врагов. Ищи друзей, враги тебя сами найдут. Зачем нам враги? Вот нам надо понять, откуда взялись вот эти товарищи. Или не надо? Да, вот откуда же они взялись? Я уже говорил, что мы на планете 40-я цивилизация. Ну, из того, что просчитано, их может быть там еще больше. И каждая цивилизация после себя что-нибудь оставляла. Вот были такие искусственные люди, големы. Слышали? Одна из цивилизаций их создала. Были биороботы. Мы сейчас клонов создаем. Создаем? Наша цивилизация. И вот разные цивилизации, а разные цивилизации, это мы в старых воплощениях с вами, создавали искусственные интеллекты, искусственных людей, которые по всем, по образу и подобию. Ну, человек же Бог, почему бы не создать по образу и подобию? Но не через вещи лес и чисто поле создать, не через обычное, ну, любовь, как рождаются дети. А вот кому-то захотелось там за умным путем, да. За умным путем создать. Переходя эту границу по низам. Да. Вот. И они были созданы. И при том до того, что они могли воплощаться точно так же. Весь механизм рождения смерти. Но у них отсутствует душа. У них нет выхода на информационное поле Земли прямого. А для того, чтобы им выжить... Да? Понимаете? Да, материя. А чтобы им выжить... Они паразитируют на нас. Но создали их мы, наше сознание, но древние наших предков. Значит, все-таки не дети. Значит, все-таки это не дети, какие-то. И вообще-то люди. Ну, опять же, тут же тоже есть для них подсказка. Для них тоже есть подсказка. Я же вам сказал, что вот здесь нужно делать, тянуть одеяло на себя. Вот здесь тоже нужно тянуть одеяло на себя. Ну вот смотрите, если мы возьмем вот за эту точку, да, и потянем одеяло на себя. Ну поняли, вот я вот эту вот просто подтянул вот сюда. Отсюда сюда. Что у нас получилось? Нижняя часть. 600 грамм. Ну вот им бы взять, да еще бы дальше подтянуть. Чтобы вот так получилось. Но они никак не могут сюда потянуть. Почему? Потому что вот здесь держит совесть. А совести у них нету. Понимаете, вот как только здесь появляется совесть, она начинает выталкивать вот эту вещь. И у них есть шанс стать людьми. 100%. Но для этого нужна простая вещь, нужна совесть. Вот представьте себе, что у Березовского проснулась совесть. Вот. И он все деньги, которые наворовал, вот, отдал нам на развитие русской культуры, песен, традиций, творчество Васильева. Это же говорит, что у него совесть проснулась. Значит, кто первый заплатит, тот первый, того первого научим, как выходить. Все очень просто. А совести у них отродясь не было. Они тратят на свой род, чтобы больше и больше становилось. Они тратят не для этого. На самом деле, они деньги впаривают куда угодно, только не на развитие сознания. Запомните, все войны... Стоп. Хорош уметь. Все войны в мире, все, которые были, это были войны за человеческое сознание. Больше ни за что другое не воевали. И деньгами они пытаются нас отрезать от сознания. Поднимите руку, кто понял, о чем я сегодня говорил? Можно две. Вот это показатель того, что разум проснулся. Разум на планете есть. Если вы поняли, о чем я говорю, и поняли, как этим управлять, то мы уже победили. На самом деле мы уже победили. А дальше уже дело техники. Ну, а техника, она тут разная. Тут можно подсказать несколько разных. Вот тогда вопрос, а что значит победили?
То есть мы стали управлять этими процессами линейно. Сейчас объясню. Серьезный вопрос. Сейчас объясню. Даже совесть не позволяет, например, делать какие-то бяки. Даже для этих. А и не надо? Мы можем позаботиться о чистом воздухе. Сделать так, чтобы воздух стал Святым Духом. Можем? Как нужно сделать так усилие, чтобы этот дым весь растворился? Это мы делаем для всех. Это мы доброе дело делаем. Мы можем сделать воду живую. Мы доброе дело делаем. А сейчас попробую объяснить по сознанию. Вот то, что, чтобы оно стало картинка ясна. А это можно стереть на чинамах. Жалко. Ну, жалко маленько было. Вот, давайте мне попробуйте напомнить, какие формы сознания мы знаем. Сознание, подсознание, бессознание. Нет. Или мы еще что-то? Есть бытовое сознание, есть религиозное сознание. А, в этом плане. Ну вот, давайте, вот бытовое сознание, уровень первый. Потом религиозное, не, потом идет научное сознание. Научное. Потом религиозное. Потом космическое. Так у нас сейчас косметическое понятие. А? Косметическое. Косметика и все фильмы. Это бытовое сознание. И таких 9 форм сознания. Ну, мы с вами определили, что 9. Высшая форма сознания. Высшая форма. Можно, только зачем? Высшая форма, 9. 9. Это былинное сознание. Быль иная. Вот кто это поймет, тот поймет. Божественное. Божественное входит в религиозное. Теперь, чтобы стало понятно, как работают эти механизмы, а через эти механизмы работают вот эти вот товарищи. Ну, бытовое сознание всем понятно. Научное тоже всем понятно. То есть здесь скачивают информацию. Религиозное. Религиозное сознание – это один из серьезных механизмов управления сознанием вообще. Вот Папа Римский, представляете, он замыкает на себя энергию всех молящихся людей за него. Набирая такую энергию, или патриарх наш, он может управлять здесь процессами. Понимаете? То есть он может рисовать картинку и ее реализовать. Ну, начиная от примитивных там лечений и кончая управление какими-то событиями. Но это серьезно. А религий много. У каждой свой эгрегор. Притом некоторые эгрегоры перекликаются с разного уровня сознания. Космическое сознание – это сознание, будем говорить, ну вот, ну, рерихи, да, они выходили на это сознание, но это сознание как раз тех цивилизаций инопланетных, которые, опять же, созданы нашим сознанием. То есть откуда появились инопланетяне? Где-то в каком-то воплощении кто-то написал фантастический рассказ. Нет, там сознание реализовалось, мысль материальная. Как она материализуется, мы тоже с вами разберемся. Вот. Там создалась целая цивилизация, и они вернулись к себе на родину. К нам. Ну, раз они отсюда вышли. Посмотреть, что тут творится. А так опять они созданы. У них восприятие. У них нет понятия добра, зла. Ну, вот вкусный тортик, тут наша энергия, ну, надо ее хапануть. Вот. А знания у них есть. То есть в чем-то, в техническом прогрессе, где-то они вылезли, ну, вышли дальше вот того, что сейчас наша цивилизация пришла к пониманию чего. Вот. И тоже начинают управлять. А управление сознанием, но им-то зачем управлять всем? Им достаточно прикинуться там кем-нибудь, повлиять тут на одного, на президента, на второго, на третьего. Вот пошла вся цепочка управления. Только повлиять, а вселенная у них не бывает, да? Бывают. Бывает. Бывает все, еще раз повторяю, зачем нам про это спорить? Бывает все, на что способно человеческое сознание. Вот вы можете придумать, что вселяются? Или кто-то придумал? Все, значит, вселятся.
100%. А если 9 человек придумают, что выселяются, айда домой, и каждому медаль за освобождение России. А это медаль за освобождение земли? А тем за освобождение земли. Они освободили территорию. 101 километр, да, нормально. И вот здесь зависит, что чем в более высокой точке ты находишься, тем ты можешь управлять всеми этими процессами. Но есть 7-й уровень сознания. Седьмой уровень сознания – это граница или межа. Вы видели, у Константина Васильева есть прекрасная работа. Стоит такой мужик с топором. А форма топора какая? Семерка. Семь мечей Руевита. Руевит был пограничное божество, которое стояло... Вот и легенды про это же говорят. Почему? У нас просто клуб Руевит называется. Поэтому я знаю. Так это все знают в родовой памяти. У каждого все записано. Я только рассказываю то, что вы знаете. Чур еще его называли. Да. Божество, чур. Почему вы чур меня? Значит, охраняем. Так вот, почему я говорю, что мы уже победили? Мы всегда были победителями. Потому что вот они на данный момент выше 4-го уровня сознания, даже через нас, не могут выйти. А на 7-м уровне стоит мужик с топором. Цифра 7. Только пароль, да? Да. Только пароль. А 7 это что? Это межа, мезень, граница. А как соединить границы, мы тоже знаем. Левая, правая, янь, инь. Говорят, славянин, слав, янь и инь. Крест, янь, инь. Крест, янь и инь. Крест мужской и женский. Язык сам себе объясняет. Ну да. Вот. Крест это огонь, опять. Огонь из-за мужского. Конечно. Опять же, 7 это семя мысли. Если вы начали понимать, о чем мы сейчас говорим. И семья тоже. Значит, мы уже где-то рядом, возле 7-го уровня. Понимаете? А нам осталось чуть-чуть и до 8 дойти, до коллективного сознания. То есть, когда один подумал, помните у Гайдара, писателя вот такого, есть сказка, а правда ли, мальчишак и мальчиша спрашивает, что есть у вас такие ходы, что в одном месте запоют, и другие откликнутся. Там скажут, а там услышат. Тут скажут, а там сделают. А что ему Кибальчиш сказал? Он сказал, есть и такие ходы. Есть и это, говорит, но больше я вам, проклятым буржуинам, ничего не скажу. Так вот, до 7-го уровня у них вход открыт. Ну, они могут пройти. И то, если у них появится совесть. Если у них появится это большое, это самое. А нет, совесть появилась, все это вот. Он уже наш. Да? Тут уже, а нам-то делить-то, у нас нет врагов. У нас врагов нету на самом деле. Мы же поняли, что все наши дети. А земля – это наш дом. Господь нам дал землю раем, а мы вместе с ними сделали из нее помойку. А есть такой закон – нагадил, извини, убери за собой. Это же нормально. И наша задача – восстановить землю. Знаете, для чего человек рождается на земле? Чтобы спасти ее. Чтобы спасти ее от себя самого, тут добавили. Нет, спасти себя самого можно только спасти землю. Спася землю, значит, не так. Так от чего спасать, если сам горит? Я же говорил, что здесь вот получается какой-то бесконечный этот перевод. Что туда, то сюда. А здесь дальше, опять же, вот в переводе слова о полку, в обратном порядке, там утерянные страницы в лесовой книге. И там говорится, лад себе, свивая стели, я востребую лад. Что такое лад? Вначале внутри себя его нужно выстелить. А внутри, вот есть методика, есть другие методики. Методик много. Внутри себя соединить вот эти две половинки, о которых мы говорили. Да. А дальше навести порядок вокруг себя. В семье, в доме, в роду, в государстве. Оно уже дальше идет само по себе. Но, а пока мы себе лад стелим, основную вещь мы пока примитивную, мы все можем делать. Мы сегодня что узнали про воздух? А? Узнали, как им пользоваться?
как им лечиться, как им других лечить. Узнали. Про воду мы что узнали? Не светите то, что ты посвятил. Говорят, не плюй в колодец. Вот. Поэтому эту информацию надо просто доводить до других. Любыми путями. Собрались, объяснили, рассказали. То, что здесь... Я ведь ничего такого сверхумного не сказал, что непонятно. Все вот на пальцах. Все объясняется. Объяснить, как читается язык, легко. Объяснить, как работает этот механизм, легко. Это все понятно. Высшая форма сознания, я уже говорил, девятая. Это былинное сознание. Вот она, девятая, самая верхняя. За ней заканчивается весь лес. И начинается чисто поле. Былинным сознанием владели наши предки. И они нам его передали. А в чем они нам его передали? А что сейчас на Земле нет никого, кто владеет былинным сознанием? Есть. А когда мы владели, значит, мы настоящим никого не имеем? Я сейчас объясню. Тут не все так просто. Во-первых, оно открыто для всех. Да, читайте былины. Говорите здесь и сейчас. Да, читайте былины. Понимайте их. Понимайте их. И будет возможность, но главное выучить русский язык. Если ты букву «Р» не выговариваешь, пароль не назовешь никогда, однозначно. Это там не рычащие. Вот, кстати, про пароль. Там никто никуда не идет. Вот про пароли. На самом деле, вот многие слоги, да, они действительно магические, то есть они дают энергию. Но это, как правило, слоги самые примитивные. Как корова мучит, му-му-му-му, 9 раз попробуйте, увидите, почувствуйте изменения в сознании. Как пчелка, жу-жу-жу-жу-жу. Помните песню? Помните песню? Ля-ля-ля, жу-жу-жу, по секрету, всему свету расскажу. 9 раз прожужжишь, произойдут такие изменения. Рычание. Калибрация, да. Да, то есть оно все работает. А и работают блины, блин, надо просто понять. Просто понять. Тогда будет выход на былинное сознание. Оно так и называется – былинное. За былинным сознанием начинается чисто поле. А? Что? А слово само себя объясняет. Это уже другой вопрос. Не ихное. Живи своим умом. Вот. Но, чтобы сюда выйти, надо опять, я говорю, познать русский язык, познать былины. Что происходит при выходе в чистое поле? Помните былины, опять же былины? И вышли богатыри биться в чисто поле. Мы-то сразу как понимаем, что они там с мечами вышли, да? Нам так это представили в детстве. Ну да. Может быть, меч – это меченые истины, а не упали? Меч – это речь. Вот, кстати, опять же, у Васильева прекрасная картина. Там стоит воин с мечом, а меч – это огонь. А огонь – это речь. Вот. И вот, ежели богатырь какой-нибудь, а здесь у нас весь лес, здесь у нас, видите, сколько всяких сознаний, как там написано, заколодила дорожка, замуравила. Никто давно не по ней не проезживал, на коне не проезживал и чистым вороном не пролетал. Блины. То есть вот эта дорожка настолько заросла, 6 тысяч лет по ней никто не проходил. Вы представляете? 6 тысяч лет. Что происходит сейчас? Вышли богатыри в чисто поле, а это чистое поле. Вообще чистое. С чистого листа все начинается. Вот видели, опять же, у Васильева картина. Федор Михайлович Достоевский. Зеленое сукно и чистый лист. И на этом листе можно написать все, что хочешь. Вообще все, что хочешь. И когда ты выходишь сюда и смотришь на то, что вот здесь творится, знаете, какое появляется большое желание взять и все стереть? А совесть не позволяет. Ничего стирать нельзя, но аккуратненько подтирать. Нельзя подтирать. Право выбора никто не отменял.
Потому человек и божественен, что право выбора за собой прийти. Не за собой, за собой? Да. Видите, это же ты сделал, аккуратненько поделите, нарисовать. А дело в том, что ты что-то сделал, но твои другие попользуются. Ты попробуй определить, что ты там сделал. Что мы тут натворили-то, все-то вместе. Да, все правильно, тебе нужно начать заново, новый станок. Не теряйте, преображайте. Вот. Ну, все правильно, если листик затертый уже был, его лучше оставить как эскиз и начать рисовать новую картину на большом полотне. Как правило, мы же с вами поняли, кто такой человек. Это раб, это солнечный бог. Когда человек выходит сюда, у него есть желание вернуться и поправить. Но толку-то, объяснение, никто ничего не понимает. 6000 лет объясняют, пророков посылают. Он один Христос вернулся, до того взяли и прибили гвоздями к Христу. Ну это что, люди что ли, взяли живого человека, прибили? А сколько таких еще поприбивали? Кому охота это самое? На этом уровне человек в состоянии создать свое пространство, свою звезду и уйти на нее. То есть это уровень сознания человеческого разума. И это способен каждый. Обязательно уйти? Не обязательно. Не обязательно, но... Нас на Сириус зовут, он там целый... Не только на Сириус. Нет. Только на Сириус. Сириус это те, кто когда-то вот так же вышел и ушел. То есть они там создали свою цивилизацию и сейчас возвращаются. А здесь наша задача. Человек рождается на Земле, чтобы спасти ее. Наша задача вот здесь навести порядок. А чтобы навести порядок, надо просто всем людям объяснить, кто они такие есть. Освободиться от, от какой нечисти? Самим себя почистить. А дальше технологий много. Конечно. Ничего не пристает. Все, и вот эта вот схемка начинает, здесь уже человек выбирает сам. Вот это вот вы нам рассказали про любовь. Я теперь понял, что такое любовь. Приятно. Мне кажется, что это. Вот хорошо. Ну, у меня есть тогда желание вам рассказать мое пожелание, поскольку меня зовут Ра Иса. Я уважаю очень учителя Иисуса, который вернулся, даже на крест пошел, чтобы защитить эту энергию любви. Я хочу подарить мое пожелание. Я посылаю мысль в пространство. Ее ты сердцем лови. И через душу свое сердце примите мысль моей любви. Чтобы разжечь огонь любви, услышав музыку небесную, чтобы от счастья улыбаться, заполнив планету песней. Поправ на громождение вер и тьмы, чтоб злая воля разбивалась, а щит любви стирала зло, из хаоса гармония рождалась. Горите сердцем созидание, пусть миру будет хорошо, и победит любовь страданий, и высший мир подарит нам добро. Земные планы все осветятся, и заблуждение, друзья, уйдет, а огненность любви метнется к небу, и Бога человеком станешь ты, и Бог наш. Свет откроет нам объятия, придет рассвет и творчество души, исчезнет хаос и проклятие, достигнут радости, рассвета и любви. Благодарствую. Кстати, вот здесь тоже очень интересные моменты. Слово «спасибо». «Спаси Бог». То есть мы обращаемся «спаси Бог». А «благодарствую», «благодарю». А «пожалуйста». «Пожалуйста, пожалуйста 100 рублей». Не, ну 100 это тут маленько не так. Теперь я что? Нам сказали, что по времени пора уже закрываться. И мы сейчас проведем небольшую, так сказать, дренаж, а практическую работу, я вам объясню. Она до ужаса примитивна, но действует очень эффективно по всем показателям. Каждый ее может взять на вооружение, каждый может при помощи ее избавлять других людей от каких-то недостатков, помогать друг другу. Но главное, что мы должны понять сегодня? Что вот мысль, следом слово и следом дело. То есть должна быть мысль, слово и действие. Без этого ничего не будет двигаться. Вы можете знать все, но ничего не делать в этом направлении. И все будет так же стоять. Никуда не сдвинется. У нас как сейчас мир устроен? Вот если взять пространство этого вещего леса. Один говорит так, делает так, мыслит так. И получается вот такая решетка, через которую не прорваться. Даже на второй, на первый уровень.
то есть держит его. Клетка, которую нужно пробить. А чтобы ее пробить, надо вот научиться мыслить, говорить и делать. И сейчас просто такая небольшая конфетка, как бы подарочек, я объясню, в чем он делается. Он собран по русским песням, как бы. Вот сейчас я раздам каждому по чистому листочку бумаги, как у Достоевского. Помните на картинке? Всем передавай. Ну, передавай ступкой. Но каждый возьмите, кто желает. Ручка никому не нужна. Мы работаем с чистого листа. Так, там еще дальше передайте, кому не дошло. Все, у всех есть по листочку? Сейчас может даже лучше и в круг встать. Давайте в круг встанем.